Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас мега крутая распаковочка двух коробок Фаберлик. Здесь будут новиночки, поэтому оставайтесь со мной до конца. Как я уже говорила вам, я собиралась сделать заказы с двух аккаунтов. Я зарегистрировалась, потому что хотела, чтобы мои покупки были более выгодными, да. И девчонки, кстати, кто еще этого не сделал, скидка 20% при регистрации дается теперь новичкам. Если раньше у нас была только 1000, да, теперь еще и 20%. То есть у меня один заказ был где-то на 2200, а заплатила по факту я всего 700 рублей. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, всем по возможности объясню и расскажу, как лучше сделать. Итак, давайте скорее открывать коробочки. Начнем с первой, вот такой вот маленькой. Я не знаю, что в какой лежит. Так, здесь у нас водный спрей-освежитель с ароматом апельсина и корицы. У меня знакомая подружка очень любит этот аромат. Сказала, что он лучший, по ее мнению. Он действительно классный. Он пахнет здорово. Я не очень чувствую здесь апельсины, не очень чувствую здесь корицу. Но запах действительно классный. Больше, знаете, такой мандаринчик, что ли. Я себе тоже, когда мои запасы закончатся, обязательно возьму вот этот аромат потестировать. Артикул его 113-27. Смотрю в коробку, не пойму, в чем дело. А, это подарочек. Подарочек от моего наставника Витамания с моим любимым ароматом смородина и ежевика. Я обожаю этот аромат. Аромат смородины. Когда, вы знаете, вот только смородина начинает зеленеть, почки, да, у нее набухают, иногда их срывают, из них там делают всякие полезные штуки. И вот этот вот запах. Запах обалденный, конечно. И мой любимый. Катюш, если ты смотришь это видео, спасибо тебе огромное. С подарочком не ошиблась. Артикул этого жидкого мыла 2368. Если не пробовали этот аромат, очень советую. Еще у меня здесь тушь Glam Team. Я заказываю ее уже второй раз. Первый раз, как только она появилась, это та тушь, которая с силиконовой кисточкой Extreme, да? Так, артикул ее 5248, сейчас я открою, покажу, потому что предыдущую я пользуюсь 2 месяца, да, и сегодня делаю ей макияж, она как бы еще огонь. Но 2 месяца, мне кажется, для туши это край, лучше поменять, лучше освежить. Вот так она выглядит, сама тушь. И сейчас откроем с вами, покажу кисточку. Силиконовая кисточка. Девчонки, вот как выглядит кисточка. Я очень люблю такие, они мне безумно нравятся. Она набирает туши столько, сколько нужно. Я так понимаю, там в составе туши такая гелевая текстура, да, за счет которой именно так круто и удлиняются ресницы. На самом деле это не столько объемная, да, тушь, сколько удлиняющая. Вообще кисточка потрясающая просто. Девчонки, эта тушь у меня в фаворитах не только Фаберлик, но и вообще сейчас в фаворитах. Кто любит такие силиконовые кисточки, обязательно присмотритесь, она очень крутая. Так, в этом заказе у меня еще вот такой вот крем из линейки Фаберлик Эксперт Ретинол. Я эту серию никак не дойдут руки, не попробую. Сейчас тестирую гардерику, потом обязательно вот перейду к этой линейке, потому что слышала, девчонки очень хвалят. Артикул его 121.5. 12-15, в общем. Вот такой вот тюбичек небольшой, 30 мл. Это у нас, по-моему, активный крем для лица «Коррекция морщин». Это не мой продукт, у меня тоже знакомая заказала, попросила хороший крем, и я без тени зазрения вот как бы порекомендовала ей вот этот. Обязательно потом вам расскажу, понравился или нет, и себе тоже буду брать попозже. Еще один продукт из декоративочки у меня тут остался, но мы оставим на потом. Предлагаю приступить к большой коробке. Я уже честно не помню, что я заказывала. Так, здесь у меня тоже попросили заказать, потому что у меня еще есть имбирный пряник. Я люблю на зиму очень этот освежитель. Именно его запах корицы, сладенькой такой корицы, какой-то выпечки имбирного печенька, да, когда в доме еще стоит елочка, и именно вот этот аромат у меня ассоциируется с зимой. Я очень люблю его брать именно в холодное время года. Артикул 113.33, и по сравнению с другими водными освежителями, он более стойкий, он больше держится в воздухе, да. Остальные, мне кажется, вообще минут через 5 как-то испаряются. Так, я обещала вам, девчонки, что я обязательно протестирую ботанику, и я сдержала свое обещание наконец-то. Я взяла 2 продукта. Первый — это у нас шампунь «Баланс и свежесть». Да, вы знаете, шампунь мы берем в зависимости от вашей кожи головы. Если у вас кожа головы склонна к тому, что корни жирнятся, значит, вы берете шампунь для жирных волос. Неважно, что кончики у вас сухие, вы берете шампунь в зависимости от кожи головы. А бальзам уже вы берете в зависимости от того, в каком состоянии ваши волосы. Да? И шампунь мы как наносим только на кожу головы и потом смываем. Этого достаточно для всей длины волос. Мы не трем волосы ни в коем случае. Это средство для кожи головы.
И у меня для склонных к жирности волос корень солодки и чистотел. Аромат классный. Так, артикул 8738 буду тестировать, девчонки, в Инстаграм обязательно выложу отзыв, насколько дольше свежими будут оставаться мои волосы, потому что сейчас они в нормальном состоянии, все, что можно было, только я состригла, и они у меня опять пачкаются быстрее, потому что не пересушенные и живые. Так, а бальзам, девчонки, я взяла питание и блеск для нормальных, лишенных блеска тусклых волос. Ромашка, кедровое масло, лучше от природы, да? Артикул его 8748. Как мы наносим бальзам? Да, мы отступаем сантиметров 5 и наносим на всю длину пальцами, вот так вот заходя в волосы, распределяя, закрывая чешуйки. Бальзам мы на корни не наносим. Ни маску, ни бальзам. И тогда уже, если будете следовать этим инструкциям, волосы действительно будут дольше оставаться свежими, ухоженными и так далее. Буду тестировать, девчонки, продукты Ботаника. Обязательно вам потом расскажу, понравилось, нет, и с чем можно сравнить. В этой коробочке у меня две пасты. Тоже попросили у меня их заказать. Это Total Repair, восстановление, укрепление эмали. Она у меня была, я не могу сказать, что она восстанавливает эмали. Это все, конечно, баловство. Не повреждает, как бы, и спасибо. 15,99 артикул. И комплексная зубная паста с прополисом. У меня знакомая сказала, она ей больше всего нравится из всей линейки. Она берет уже ее не первый раз. Артикул 16,85. Так, что тут еще интересного у меня? Я по рекомендациям девчонок взяла средства про ноги и про руки 5 в одном. Они, кстати, у нас приходят все запечатанные в слюде. Вот здесь вот такая слюда. Я хаю эту серию, не перестаю хаять, да, и девчонки сказали, что есть, как бы... Если есть возможность, попробуйте комплексный уход 5 в одном и для рук, и для ног. Я, девчонки, буду пробовать обязательно. Сейчас для рук с вами прям откроем и посмотрим, что из себя представляет. Потому что девчонки вот пишут, солевый хороший. У меня был солевый. Нет, не питает он мои руки. Может быть, для нормальных, да, а для сухой кожи рук, как у меня, нет, ничего он не питает. Был охлаждающий, был еще какой-то. В общем, не зашел ни один. Но 5 в одном еще не было. Не хочет открываться. Открылся. Так. Это у нас экстракт хлопка и масло чайного дерева. Так он выглядит. Сейчас попробую нанести на руки. Пахнет он очень здорово. Свежестью у нас хлопок, да, обычно пахнет. Но у меня на руках уже есть крем. Я, конечно, прямо вам сейчас сразу полноценный отзыв не дам. Потому что я в последнее время вообще руки мажу средством для ног Эксперт Фарма гладкие пяточки, которые, да, оно у меня для рук как ночной уход и для ступней как ночной уход. Вот оно мне смягчает, да, все остальные крема это какая-то ерунда. Намазал 5 минут, они у тебя смягченные, потом смотришь области, да, которые там кутикулы и так далее были сухими, они так сухими остались. Один раз руки помыл, как бы крема не видать. Ну так вроде плотненький, жирненький, я буду, конечно, пробовать, девчонки, в пустых баночках крем у нас быстро кончаются, да. Я вам обязательно оставлю отзыв на эти средства. Ночной крем для рук 5 в одном, артикул 2204. И ночной крем для ног 5 в одном, артикул 2205. Будем пробовать. Новиночки из мужской линейки Barber Lab. Это у меня гель для бритья и умывания и дезодорант-антипреспирант. Вот так они выглядят. Дезодорант артикул 2543, гель для бритья и умывания 2541. Ну, давайте потестируем хотя бы аромат. Тут все запечатано у нас. Уже не зафольгировано, а пломба стоит, которую тоже просто так не откроешь. Еле-еле. Так, что он из себя представляет? Я думала, он прям вот под цвет упаковки будет черный. Нет, это прозрачный абсолютно гель. Запах. Ой, он очень густой. Сейчас покажу поближе. Смотрите, девчонки, какой он густой. Прям вот очень. Запах какой-то фруктовый, с небольшими нотками свежести. Знаете, я бы сказала, мультифрукт. Не скажу, что это прям мужской запах. Здесь нет никаких шипровых, брутальных ноток. Он такой свежий. Я бы вот даже девчонкам порекомендовала его. Я и попробую с удовольствием, да? Потому что, мне кажется, запах больше девчачий, если честно. Но он классный. Он мне что-то напоминает Фаберлик. Я не могу пока понять, девчонки, что. Так, Дейзик. Большой шарик. В каталоге непонятно было, может быть, это маленький такой спрей. Нет, это шариковый дезодорант, и шарик довольно большой. Запах абсолютно такой же, как у геля. Не мужской. Ну, не знаю, унисекс я тоже его не назову. Мне вот кажется больше, что это женственный такой аромат.
мультифрукты, освежающий мультифруктовый. Но ничего, пойдет, скажем так. Будем тестировать тоже. Я и сама попробую вот этот гель, обязательно вам расскажу и попрошу у мужа отзыв на этот антипреспирант. Это же у нас антипреспирант. Он заявлен, он должен защищать у нас, да? Посмотрим. Не могла пройти мимо акции на свой любимый бальзам для стоп гладкие пяточки. Он потрясающий. Девчонки, у меня в запасе всегда, когда акции я беру постоянно. Я вам уже его нахваливать не устаю. Он убирает любую просто сухость. И руки на ночь, я вам сказала уже, да, я им мажу и ступни. И потрясающе. И как у младенца ножки, и все здорово. И смягчает. Никаких к нему нареканий просто нет. Артикул 1661. Была акция при покупке двух, взяла, конечно, два. Парфюмированный дезодорант Инкогнито 3508 артикул. У меня попросили парфюмированный дезодорант. Я посоветовала вот этот, потому что у Инкогнито запах классный. Это один из наиболее интересных ароматов Фаберлик. Он такой... Знаете, ну, я бы сказала, возрастной, нелегкий, есть в нем какие-то тяжелые нотки, но шлейф очень интересный и многогранный. А в Фаберлик мало многогранных ароматов на самом деле. Следующие новиночки ко дню влюбленных. Линейка Store d'Amore, да, выпустила вот такие классные, сейчас откроем, посмотрим, мыльца и гель для душа «Романтичная клубника». Девчонки, он прям с перламутром. Если видите, прям переливается, красота необыкновенная. Искристый гель, так и написано. По аромату. Непонятно. Это действительно клубника. Причем тоже с какими-то свежими нотками. Такая свежая клубника. Ну и не химозная. Вы знаете, нет, не химозная. Очень даже ничего себе такой более-менее натуральный аромат. В нос не бьет, он деликатный, вот прям хочется туда проникнуть и почувствовать поглубже. Интересный аромат, вы знаете, такой вот классный, похож на варенье, но нет, как-то оно более слащавое. Здесь немножко такой вот посвежее аромат. Вот так выглядит гель, смотрите, какой он искристый, правда. Он у меня аж запотел только с улицы. Так, ну и мыло. Сейчас посмотрим с вами артикул. Не знаю, где написан артикул. Вот какая красота. Бледнее на камеру. Сейчас покажу при другом освещении. Запах вообще почти не чувствуется. Я не чувствую запаха. Может быть, он будет раскрываться, когда мы намылим, да? При контакте с водой. Но это не тот запах однозначно, что у геля. Слегка-слегка такой сладковатый, прям вот еле уловимый. Вот, девчонки, как выглядит мыло. Сзади написано Faberlic. Девчонки, я нашла артикул 25-21. Я вообще мыло кусковое в принципе не люблю, но побаловаться было интересно. Аромат какого-то парфюма. Это абсолютно разные ароматы с гелем для душа. Здесь нет никакой клубники. Кому-нибудь отдам. А гель для душа понравился. Действительно, очень интересный аромат. Надеюсь, что он и на коже тоже будет раскрываться не менее интересно. Артикул геля для душа 25-20. После того, как я обхаяла бальзамы для губ от Фаберлик, мне девчонки посоветовали бальзам похудей. Именно с целью питания губ. Так, артикул его 45-77. Конечно же, я его взяла. Коробочка такая классная, кстати, шершавая прям. Вообще супер. Так, сейчас с вами его откроем. Чуть ноготь не сломала. Посмотрим. Вот такой флакончик. Тюбик. Очень туго открывается. Вот сам бальзам. Ну, не знаю, на руке попробую, на губах помада. Насколько он питательный. Запаха никакого не имеет. Но так жирненькие. Но они и те жирненькие при нанесении. А потом ходишь с ними какое-то время, и губы твои становятся еще суше, чем были. Поэтому только время покажет, давать ему шанс или нет. Ну, точнее, шанс у него есть однозначно. Но будет ли он у меня в использовании или нет, в дальнейшем покажет время. Буду пробовать, девчонки, тестировать, наносить на ночь. Обязательно в Инстаграм вам оставлю отзыв и в пустых баночках. Девчонки, сняла гель-лак, и хочется восстановить свои ногти.
потому что прям уже пальцы начали болеть. И взяла вот такое вот средство. Это укрепляющее средство по уходу за ногтями. В каталоге написано, что оно как раз идеально подходит тем, кто восстанавливает ногти после гелевого покрытия. Артикул его 42 72 57. 72 57. Он такой белесый, да, жиденький. Ну, буду пробовать, посмотрю, что из этого выйдет. Пахнет ацетоном. Посмотрим. Два интересных продукта, которые не терпится протестировать. Они, кстати, у нас, по-моему, жемчужный точно есть в Фаберлик-клубе, да, корректор. Но я заказала так, решила покопить баллы, не знаю, зачем, что-нибудь еще потом приобрету. Здесь у меня один жемчужный цветной корректор для лица. Он высветляет и корректирует рельеф лица. А второй, вот даже не написано, девчонки, какой он. Он, в общем, сиреневый в упаковке. По-моему, для синяков под глазами он, что ли? Ну, наверное. Артикул сиреневого 61,80, артикул жемчужного 61,83. Сейчас мы с вами на руке протестируем, как это все будет выглядеть. Девчонки, ну вот жемчужный, да? Вы видите, он переливается, он со светоотражающими частичками, их много. И вот этот вот фиолетовый. Я так понимаю, что взяла я его зря. Пробуем, давайте с вами разнести. Вот так выглядит жемчужный. Вот так выглядит вот этот вот сиреневый. Он без блесток, он матовый. Практически абсолютно. Жемчужный, то, что я хотела, да. Этот не знаю, куда буду использовать. Девчонки, я брала жемчужный корректор именно с той целью, чтобы наносить его под тональное средство, да, поверх дневного крема, либо под пудру и придавать лицу сияние. Мне очень понравился эффект от жемчужного корректора. Действительно, кожа сияет. Вот я даже сейчас посильнее как бы так вот растяну, да. Там много-много светоотражающих частичек, вы видели, да, и действительно кожа будет сиять. Кто хочет добиться такого сияния кожи изнутри, мне кажется, вот это средство есть смысл попробовать. То, что выбеливает, ну, не скажу, что сильно, но слегка выбеливать будет кожу, да. Вот этот вот сиреневый, ну, я, если честно, думала, что он тоже будет со светоотражающими частичками. Я, к сожалению, ошиблась. Что-нибудь придумаем. И я не могу понять, как он будет скрывать синяки под глазами, если он сам сиреневого цвета. То есть в месте, куда я его нанесла, вы видите, да, там такая была, наоборот, выраженная синева. Не знаю, что я с ним буду делать, куда-нибудь приспособлю. Но цена была невелика, благо. А жемчужный классный, мне очень понравилось, девчонки. Это вот прям, я и без тонального крема попробую, и под тональный крем. Прям будет, мне кажется, классно лицо светиться изнутри. И последний продукт, который хочу вам показать, это рассыпчатая пудра для лица «Воздушная фантазия». Да? Я тоже хотела взять ее сначала в шиммерном оттенке, там один шиммерный, да, и два матовых. Но потом подумала и решила, что столько блеска мое лицо однозначно не выдержит. Пудра приходит без упаковки, сзади инструкция вот так отклеивается, да. Я взяла самый темный вариант, который там был. Это у нас артикул 6222. Давайте посмотрим, что из себя представляет. Ой, как здорово, она с зеркалом. Представляете? Она с зеркалом. И здесь очень классная пуховочка. Очень-очень классная и мягкая. Но я не люблю пудру наносить именно пуховками. Так, здесь у нас, смотрите, дырочки все заклеены. Сейчас я отклею. И мы с вами подглядим, что из себя представляет этот продукт. Отклеила, девчонки, эту пленочку. И пудра довольно темная, вы знаете. Прям вот такая вот темненькая. Но давайте попробуем спонжем, чтобы и цвет вам лучше передать, да? Она у нас заявлена как матирующая. Она прям, ну, темная. Наносить вообще вот этой штучкой, кстати, очень приятно, но мне все равно больше нравится кисточкой. Сейчас попробуем. Матирует хорошо, могу сразу сказать. Нет, запаха практически никакого нет. Не, ну неплохо, матирует неплохо. В принципе, вы видите сами, да. И сейчас по цветопередаче с вами посмотрим. На моем лице ее не видно. Нет, она не темнее, чем моя кожа. В принципе, нормально. Смотрите, девчонки, цвет. И вот как она выглядит на руке. То есть на руке ее видно, да? Поэтому белоснежкам, конечно, такую пудру я не посоветую.
Надо брать более светлый оттенок. Такая она, ну не то, что под загорелую кожу, но и не для смуглых, ну хотя для смуглых тоже подойдет, в принципе. Но не для белоснежек однозначно. Вот он цвет какой. Матирует неплохо. Посмотрим, насколько эффект матирования будет держаться в течение дня. Я обязательно сегодня этот процесс отслежу. Расскажу вам тоже либо в обзоре каталога, да, я когда мы с вами его листаем, делюсь тоже всеми отзывами на какие-то определенные продукты. Поэтому смотрите. Обязательно в следующем обзоре каталога вам расскажу, как она себя повела и насколько она матирует, на сколько часов ее хватает. Не ошибитесь только с оттенком. Этот самый темный, да, у нас 62-22, либо на лето, либо смуглым девчонкам. Ну и, конечно, каталог, он тоже очень у нас красочный, интересный. Здесь уже к 8 марта классные акции. Юдашкина, кто любит, можно тоже регистрироваться, да. 1000 тут уже не дарят, к сожалению. И если сделаете заказ первые 24 часа, то получите какой-то приятный сюрприз. Вот знать бы еще какой-то сюрприз, можно было бы зарегистрироваться. А так нет, ради Юдашкина однозначно нет. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Ну а я с вами прощаюсь. До следующих видео. Всем пока-пока.